На Ирин день рождения я приехала в субботу, хотя все собирались в пятницу, они прилетали из Москвы. Но дело в том, что мы с Ромой жили в Дубае, и Ира приглашала в субботу, потому что у нее 11-й день рождения февраля. И когда я туда приехала, и уже было время ложиться спать, там была одна единственная свободная комната. И Рома всем своим видом показал и сказал: «Ты со мной спать не будешь». Просто он меня туда не пускал, была одна комната.